Всем привет! Это программа «По номерам». Сегодня первый гость я, Андрей Мостовой. Заходите в мою комнату. Так, по обуви. Раз приехал в этих, два, три. Ну, кроссовки так беговые, это четыре. Один кроссовок у нас был вечер выходной, я их достал, точнее, один кроссовок. А второй был расшнурованный. Я не помню, почему он грязный, по-моему. Вот, и они до сих пор так лежат, я понял, что все, они будут лежать, надо потом будет помыть. Так, четыре пары бутс. Нет, бутс, да, четыре пары. А я даже не знал, сколько на самом деле я взял бутс, потому что у нас там администраторы собирают бутсы, я приехал. Я, по-моему, самолет, мы садимся, я, Леша его зовут. Я говорю, Леша, у меня вообще, я бутсы взял с собой. Ну, ты вовремя спросил. Вот, но бутсы старые остались. Вот, сейчас надо будет съездить в магазин, посмотреть, что есть там. Одежду, да, что, особо не берем ничего такого. Все на себе и в рюкзаке, там, косметичка, наверное, одна еще. А это, ну, у нас же после первого сбора там выходные будут, три дня. Вот, ну и взял с собой какие-то вещи, ну... Покрасоваться? Ну, скажем так. Вот, это, ну, я в прачку сдал тут, вот, сегодня привезли. Там футболка, а что там, я не знаю. Футболка, плавки, две футболки, плавки. И брюки. Джинсы, вот второй кроссовок. Вот, ну видишь, не расшнурован был. Футболки, кофты, рубашка, плавки. А вещи вот эти, которые были зенитовские, нам привезли, все. А форма — это, ну, первая тренировка. И всегда потом идешь мимо комнаты с вещами, вот берешь сразу на вечерней тренировке все вещи. Что-то кофта, футболочка, носки, шорты и, ну, патрусники, как называют, велосипедки. Жилетка, еще одно поло, тоже какая-то футболка. И вот сейчас были выходные, купил себе плащ. Ну, не плащ, я не знаю, куртка, плащ такой. Короче, теплая. Вот, это уже в Питере буду ходить. Книгу взял, но, честно, я его купил месяца два назад. Я только начал читать и другую еще взял. Вот я идиота взял. Вот, но Далер увидел в самолете, что я достал эту книгу, он говорит, очень тяжелая, вот, так что еще пока... Читается тяжело, вот, пока еще не начал, но думаю, сейчас начну уже, да, потому что время есть, и я думал, в обед после первой тренировки буду больше спать, это мне не получается почему-то, еще, может, еще не перестроился с времени, потому что на Бали плюс 5 часов было, вот. Но зато хорошо, что раньше засыпаю. Уже часов 10, в 11, все прям как убитый сплю. А просыпаешься во сколько? Восемь встаю уже на завтраке. Да, с Далером первый, кстати, там встречаем всегда. Он тоже почему-то ранняя пташка. А, всегда на этой стороне сплю. Ну вот, и мне, вот для меня это много подушек. Я всегда одну оставляю, максимум две, и то, чтобы ее еще обнять, и все. Вот так ложишься, вот так обнимаешь еще и спишь. Главное шторы закрыть. Я вот самое обидное ненавижу. Когда лег уже, все, идеально укрылся, я вижу шторы открыты, потому что, ну нет, вставать опять. Ну, я вот люблю по телевизору заспать, вот, но сейчас пытаюсь поменьше без этого делать. Ну, так под iPad включаешь, смотришь, что ты этого вижу, и нужно мне эту кнопочку нажать, и все, и спишь. Такое обидное бывает, знаешь, когда с собой ноутбук берешь, вот, думаю, сейчас в Counter-Strike поиграешь, когда свободное время будет, а обычно в отелях не очень хороший интернет. Вот, и обламываешься, и сидишь там, смотришь фильмы максимум, и то есть они тянут. Ну, это хороший интернет, и ноутбук с собой не стал брать. Думаю, ладно, буду профессионалом, не буду играть, буду восстанавливаться. Протеин, витамины, восстановление. А iPad взял? iPad только... Да ничего, общаюсь, смотрю какой-то контент, YouTube. Сейчас на какой-нибудь сериал надо начать. Содержанки можно начать смотреть. Скоро выйдут в феврале, так что все смотрите с моим участием. Ну, созваниваюсь с родными, с друзьями, с родителями, вот так. Ничего такого в нем особо не делаю. И игр там тоже особо нет. Вот, сейчас вчера английским занимался днем. Вот, записульки там какие-то. Что там записал? Я не знаю, какие-то слова. Root, elections, vote. Очень важное слово wage, зарплата. Так вчера такой урок был. Зарплаты тратить, зарабатывать. Онлайн на iPad ставлю, по Skype созваниваюсь, и там вот сейчас приложение есть, там доска, там скидывают упражнения, и ты там можешь писать на ней, ну, удобно. Мишки Жаков тоже занимается с моим преподавателем. Вот, я начал, и он попросил. Из ухода за собой. Щетка оранжевая. Ты тут? Вот.
Ну, обычная щетка. Да, в Питере электрическая у меня щетка, тут такую взял. Но сам электричку не очень люблю. Мне не нравится, как там... У меня там еще какое-то там приложение есть, можно смотреть, как она чистит зубы. Фигня, вот. Механическая, самая нормальная щетка. Я музыку слушаю всегда. Вот просыпаюсь, иду в душ, там зубы чищу с музыкой, поэтому там дергаюсь. Я люблю всякие для волос, гели, воски, у меня две штуки тут. Пахнуть тоже вкусно люблю, вот, тоже. Парфюма очень много. Ну, больше 10, думаю, точно. Ну, такой вот очень комплиментарный вот этот получается аромат. Много, когда им шикуюсь, вот, все спрашивают, что это. Так что вот, хороший совет. Ну, у меня уже, наверное, пятый флакон вот этот вот. Я не знаю, там, с каких времен пшикаюсь. Ну, для лица умывалка, потому что на сборах потеешь, нужно следить. Увлажняющие тоже для лица есть. Ну, и дезодорант. Ну, и бритва вот есть такая. У меня, конечно, я не сильно волосатый. Так, чистый эффект. Пушок сбрить на лице свой. Кто самый частый гость в твоем номере? Да ходит, я думаю, Леша с утарми, потому что, ну, после тренировки идем в баню, он мимо меня проходит, стучится, забирает меня и идем в баню. А так, чтобы заходили, вот я думаю, у Нурика мы сидели, потому что он PlayStation с собой взял, так играли, с Лешей с утарми выиграли всех. Пока, да, непобедимые пока. Ну, тут особо никто в гости не ходит, потому что все встречают, и так постоянно вместе проводим на поле, кушаем вместе, еще и в номере если вместе проводить не надо. Стельки это ортопедические, вот. Такие вот, вот у меня две пары. Ну, одни вот у меня в Питере потеряли, а там одни специально такие карбоновые были, они тоненькие. Вот эти толстые, они для кроссовок. У меня в кроссовках были и в бутсах. Вот, к сожалению, в бутсах потеряли мне их. Вот это тоже для бутс как бы, но они все равно широкие. Я попробовал в них, мне пока некомфортно, либо разбивать их надо. Ну, у меня были со спиной проблемы, спина очень сильно болела. По-моему, лет 18, наверное, вот я в дубле Локомотива еще был. Я прям мучился, и мне сказали, надо сделать стельки. Вот прям помогли, и вот уже 7 лет в стельках всегда играю, да. Это резинка, я вот перед тренировкой в номере так занимаюсь, разминаюсь. Вот так. Потом голеностоп можно, вот так сидеть там, садишься, вот так берешь ногу, и ну разминаешь голеностоп так. Вот такие упражнения, это такое, это прям нужно, это всегда перед каждой тренировкой. Это витаминку я забыл выпить. У нас стоит там у нас в столовой. У нас там много, у нас прям дают стаканчик такой целый, там витаминок 7-8 разных. Там на печень, омега разные. Вот, это такой это курс надо пропивать. Артамол спорт хороший, тоже мне очень нравится. Тут таблеточка есть. Достаешь. Встряхнул. Открыл. В рот положил. И выпил. Все. Ребят, вы мне, конечно, очень нравитесь, но нужно отдыхать, восстанавливаться, потому что у нас вторая тренировка, еще и процедуру нужно делать. Так что вот там дверь. До свидания.